Скончавшаяся в Петровске женщина не участвовала в голодовке. Об этом в эфире программы «Эхо Москвы» заявил главный врач районной больницы. По словам медика, пенсионерка скончалась от последствий инфаркта и в протестных акциях участия не принимала. Напомню, жители Петровска уже несколько недель отстаивают сквер, расположенный рядом с их домом в центре города. Информацию о причастности скончавшейся женщины к объявленной в знак протеста голодовке опровергли и ее родственники.